Всем привет, ребят! Ну что, на тайванском форуме появился вот такой вот следующий пост по поводу обновы. Их тут несколько, сейчас я вам постараюсь всех их показать. Я не заснимал вам, я жду уже более такой точной инфы. Сентября членный день, нормальный пост. Это тайванский сервер. Вот первое объявление, это было вот такое, что появится, скорее всего, новая локация, вторая вкладка. Но насчет этого очень много сомнений. Мне кажется, что они добавят все-таки новую эволюцию питомцев. То есть, либо разблокируют их до 40-го левела, сделают 10-е скиллы, о чем уже говорилось раньше, либо сделают какую-то эволюцию питомцев. Но опять же, у меня чувство, что это будет дополнительно донатная эволюция. Что тут ребята пишут? Средний член переводится вот так. Ну, так как написано, так и перевожу. Связанная битва, средний член. Начинающий. Жесть, короче. В общем, либо эволюция питомцев, либо новые питомцы. Почему? Сейчас вам покажу. У нас есть следующий постик. Вот такой вот. После того, как у меня есть сильный супер питомец, я получил высшее египетское королевство, готовый поднять реформу замка, чтобы построить сильную страну, сформировать сильную армию. Лорд должен пройти мой тест, получить квалификацию для выращивания супер питомца. То есть, что у нас будет? Скорее всего, будет какой-то квестик, который даст дополнительно либо эволюцию, либо дальнейшую прокачку, либо надо будет докачать, как обычно, как всех героев до максимума, и, соответственно, потом делать дальнейший апгрейд этого питомца, либо это будут новые питомцы. Но, как видите, здесь у нас фараон сидит, но я думаю, вряд ли это будет фараон с игры на каком-то питомце. Возможно, как вариант, это будет. Было бы, конечно, очень круто, если это было бы реанимация старых героев. То есть дополнительные какие-то им бонусы, типа вроде вот как питомца, типа усиление, можно со старого героя сделать мега новую имбу. Реанимация старых персонажей. Вот это, я думаю, было бы реально очень круто. Но пока это пока, знаете, догадки, неизвестно. Будем ждать, что они напишут нам еще интересного на Тайване. Что тут есть еще? Замок яйца в продолжение. Это какого у нас? Это 6 числа. Это старенькое. То есть здесь писали, короче, всякий бред. Ну, оно переводит так, непонятно, о чем речь. Ну, как обычно, они всякие цитатки пишут, нету никакой точности. Круглые, конечно, переводы. Но вот это вот сникпик этот говорит о том, что, скорее всего, будет либо эволюция питомцев, прокачка их дальнейшая, либо же эволюция старых героев, как вариант. Так как у меня есть сильный, я получил высшее египетское королевство, поднять реформу замка, построить сильную страну. Лорд должен пройти мой тест. Ну, посмотрим, что это такое. В общем, вот как-то так. Это все, что пишут пока на Тайване. Будем ждать дальнейших обновлений. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но есть какое-то сдвижение, я надеюсь, что в дальнейшем будет что-то поинтереснее. В общем, вот так вот. Лепите лайк, пишите коммент, что вы думаете. Всем удачи, всем пока.